вот так вот идет, и все будет у вас дома. Денег нет вообще, жена на работе. А тебе надо выйти сигарету, садись в тачанку. И поехал, поехал. И ТЦК будет от тебя, они подойдут. Украинские блогеры делятся хитростями, как сходить в магазин и на работу, но не попасть при этом в руки...